Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как по-быстроляну очень скоренько нарисовать рисунок на футболке. К примеру, Спайдермен. Вот есть у вас чистая футболка, а вам срочно надо завтра идти в ней на улицу, и чтобы ни у кого такой не было. С Человеком-пауком может и будет, но ручной работы, вероятнее всего, не будет ни у кого. Итак, ищем картинку, какую надо нам, распечатываем, вырезаем общий силуэт. Для экономии красок, времени и сил основу заполняем тем цветом, которого больше всего на рисунке. По площади. У меня таковым оказался красный. То есть его отдельно вырезать нам уже не придется. Следующим выпиливаем все, что синий. Пока что не обращая внимания на тени и всякую мелочевку. Общая картина уже прорисовывается. Далее делаем тени на красном, добавляя в красный акрил черного. Также поступаем с тенями на синем, естественно, используя трафареты. И потом вырезаем все, что есть черного цвета, но только большие плоскости и не затрагивая детали и мелкие черточки. Их потом проработаем отдельным трафаретом и в рукопашную. Соответственно, как вырезать трафарет, есть отдельный видосик, подробно все рассказано. Ссылочка будет в описании, в подсказках и в конечной заставочке. Делаем трафарет со всякой мельчушкой и добиваем все детали вручную, тонкой кисточкой. Даем подсохнуть и обязательно проглаживаем рисунок для закрепления. Согласитесь, довольно быстро. У меня на этот рисунок ушло где-то полдня. Ну а о самой футболке могу сказать, что она тоже со своей небольшой историей. Один дедушка, который очень любит своего внука, попросил сделать для него такую футболку, заранее узнав, какие его любимые персонажи. Могу сказать, что, по словам деда, внук был в восторге. А это значит, что моя миссия выполнена, и я не зря занимаюсь каналом и рисовашками в целом. Одного довольного ребятенка в какой-то момент стало больше. Ну а вам спасибо за просмотр, всем удачи. И пока-пока. Делайте детей счастливыми. I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm. Baby, please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine.